Крякает, крякает. Как он? Даже клюв не открывает, а вот ругаются. Надо же. И утки там. Вон один розовый, это все красные. Но они в этом году не очень красные. Но вообще. Ничего себе. Разборки. Но. Мне так это. Сегодня, да? 16 гигабайт, а вторая. Ага. И у меня 8 фотографий за день. Нет. А Дима мне включил. Потом обрабатывает, надо время же. Надо, да. Так нет, а там половину удалится, там спортивный режим такой. Ну, надо вам быстрее в раве начинать фотографировать, чтобы прочувствовать все удовольствие обработки. Надо же, как они красивые. Я фотографии наделала. Ну там большой объем, это все скажут. Да? Ну, да. Так они красиво. Как они красиво разбирались, а я это фото щелкала. У меня что-то видео сегодня ее отказало. Вот и меня отказывало и сегодня. Это не первый раз. Раз, а у меня раз пять вот тоже удивилась так. Лена говорит, у нее тоже так же было. Я не понимала, в чем дело-то, не знаю. Ой, опять разборка. А вы еще говорили, чинили его? Нет, это... Одном сидит, это очень все все. Это как с объективами, надо либо видео, либо фото. Так вот, когда в окошечко смотрю, вроде бы четко все, нажимаю, все. Дома смотришь, оно плохое. А когда нажимаешь